Владимирцам предлагают проверить, знают ли они русский язык. В воскресенье в областной библиотеке Надзержинского пройдет акция «Всеобщая грамотность». В 11 утра любой желающий может прийти и написать диктант. Текст подберут и озвучат преподаватели кафедры русского языка Госуниверситета. Результаты позже можно будет узнать на сайте областной библиотеки. Кстати, такое мероприятие в нашем городе проводится впервые. А вот в масштабе страны уже 8 лет проходит похожая акция «Тотальный диктант». В прошлом году эксперты назвали результаты удручающими. Более 60% участников знают русский язык на 2, а пятерки заработал всего 1%. Самыми сложными оказались слова «наперсник», «чересчур», «беспрецедентный». Также люди не очень разбираются, где нужно использовать запятые, двоеточие и тире. Отличаются ли знания владимирцев от среднероссийских, можно будет проверить в это воскресенье.